Поздравления для женщин в торжественной обстановке со сцены Дворца культуры звучали особенно трогательно. Мужчины готовятся к 8 марта порой даже больше, чем к другим праздникам, и это во многом объясняет их волнение и трепет в этот день, когда нужно подобрать слова. Накануне главного весеннего праздника женщины с городского округа Щелково поздравляли представители власти, тоже не без волнения. С большим удовольствием приехал вас поздравить и от себя лично, и от всей большой команды губернатора и команды главы. Поэтому позвольте поблагодарить вас за ваш труд, за ваше понимание, за ваше терпение. Позвольте пожелать вам, чтобы главная погода была хорошая, уютная именно в вашем доме. В вашем настроении всегда была весна. И чтобы в вашей семье был мир, благополучие, понимание. Всегда горел яркий, теплый семейный очаг. Будьте счастливы, пусть все мечты будут исполнены, и пускай ничто и никто не сможет нарушить ваш план. Этот весенний праздник мы всегда ждем. Я имею в виду, мы мужчины. Потому что что купить, что подарить, что сказать, как поздравить своих родных, близких, любимых, всех наших женщин. Спасибо вам большое за вашу теплоту, доброту, ласку, за ваш труд. Ведь женщина сегодня – это не просто женщина, это труженик. Приятным подарком для прекрасных дам в этот день стал концерт коллективов округа и выступление любимых артистов. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.